Доброе утро! Сегодня мы с вами поговорим о такой важной и полезной вещи, как слинго-бусы. Наверняка это не свежее изобретение, но сейчас оно приобрело очень большую популярность. Бусы, сделанные специально для детей и мам. Посмотрим, что это такое. Слинго-бусы – это бусы, сделанные из специальных материалов. Это дерево, преимущественно можжевельник, хотя есть бусы из других пород дерева. Это хлопчатобумажные нитки. Это какие-то элементы декора, безопасные для ребенка. Соответственно, мама, одевая на себя эти бусы, не боится, что ребенок их порвет, не боится, что ребенок потянет их в рот, потому что это не только безопасно, но и даже полезно для его будущих прорезывающихся зубов. Таким образом, он реализует два своих важнейших инстинкта – хватательный и сосательный. Таким образом, не портя мамины украшения и не нанося вреда своим зубкам, ребенок может развлекаться, сидя у мамочки на руках. Эти бусы бывают разные. Бывают разные длины, разные фактуры, разных цветовых оттенков. Может быть, яркие, например, бусики, по которым можно, допустим, с ребенком потом учить цвет. Это могут быть бледненькие бусики. Это могут быть бусики в тон маминой одежде, если мама очень следит за модой и стилем. Но главное, эти бусы совершенно безопасны как для мамы, так и для ребенка. Их можно мыть слабым мыльным раствором. Их можно, в принципе, даже постирать в стиральной машине. Ничего страшного с ними не случится. И потом они очень приятны, долговечны и доставляют радость не только маме, но и малышу.